Ребятки, это третья серия. Простите, что так мало снимаю, потому что так получается. Смотри, мы создали плоский мир. После меня сделали сундук. И что там? Ёси! Вот это да! И мы создали плоский мир, и сейчас мы посмотрим, что будет. Я даже не хотела ни карту, ничего. Вот. Да Яся, потише! Пипец, возле меня ничего нет. Ну тебе, блин, везет. Вот. Оно так должно быть. Как? Где? В смысле меня выкинула? Я вас сейчас сама выкинула. Пуст мир, вот. И я, кстати, выиграла. Вот. Где я стояла? Покажи. Покажи, София. Вот все. Не покажи. Подожди, я вылетела из мира. Меня вообще выкинули. Да, не повезло, конечно. Так, ничего страшного. Мы будем строить. Что мы будем строить? Блин! Меня вообще не пускают ни в любой мир. Мы будем строить курку. Курочку. Я не могу. Так, берем тут кое-что. Да ладно, попробуй хотя бы чуть-чуть. Вот. Снова перезахожу. Создай еще один мир. Я уже 100 миров создала. Ты издеваешься. Вот. А я при чем? Я ничего. Попробуем построить курочку. Для начала нам надо эту вот курочку положить в клетку. Блин. Курка. Берем яйцо курочки и ставим, чтобы взять образец. Ой. Две курочки поставим. Ага. Какое расстояние будет? Я честно, я вообще не умею никаких построек строить. Только что попробую. Всё. Конец. Конец. Ничего. Не буду я больше ничего делать. То, что ты там перезагружала, загружала, перезагружала. Это довело до этого. Это всегда нет. Ничего такого не сделала, уже на меня не обижаемся. Такого сделала, не понимаю. Ну, да, я перезагружала. Но я не виновата, что у меня вот так вот все было. Теперь у нас идет самое сложное. Ну, мы сами построим, значит, курочку нашу. Будем в ней жить. Чё, прикольно. Это я просто так подставлю, чтобы разнообразно было как-то.
Думаю, немножечко похоже. Если вам нравится, ставьте лайк. Мое мнение просто. Я хочу так сделать. Потому что мне так нравится. Квадратное у меня все там. Пока что нам не надо вот эти вот штучки делать. Так, я честно не знаю. На куртку я сама посмотрела, но... Тебе в три блока... Нет, ладно, в два. Да, конечно, постройка вообще просто. Три блока. Значит. Это не все. Вроде бы вот так, да? Что это было? Странно. Вот немножечко выше. О, вот эта вот курочка уже нормальная получилась. Прикольно, миленькая такая. Что такое? Там тебя обидно.
А я при чем? Это же все-таки все из-за тебя. Ну да, все из-за меня, конечно. Я при чем? Дом!